чтобы выполнить указ президента, нужно дополнительно издать еще один указ о сокращении федеральных чиновников ровно наполовину, оригинальных для начала на 25%. Перераспределить полномочия и заставить выполнять то, что нужно. Тогда у чиновников не появится желание и время заниматься то, о чем вы говорите. Поскольку их все время увеличивается, они сидят, там, сказать, чешут одно место и думают, что бы еще придумать. И придумывают, и придумывают, и придумывают. Потому что люди, я не хочу обижать, есть хорошие, как правило, не от сохи, а от парты с ручкой, которые реально нигде не работали в реальном секторе, не понимают реальные процессы, которые происходят, не жили в глубинке и не понимают, как живет глубинка, и как выживают бизнес, и как выживают люди, и что они делают для того, чтобы выжить, а в силу своего разумения думают, как бы еще там что-то, так сказать, проконтролировать, отнять еще что-то. Поэтому если это не произойдет, остальное, ну это, простите меня, плач Ярославный. Что касается контролирующих органов, мы можем их создать больше, можем создать меньше. Это как бы не решает проблем, потому что если уж сказали про зимнюю вишню, и можно говорить не только про зимнюю вишню, можно привести ряд примеров, потому что после зимней вишни, когда и Народный фронт, и общественники, и значит, МЧС, и контролирующие органы, и прокуратура прошли чесом по молам, по магазинам, по всем, у всех оказалось одно и то же. Опять же, почему? Да? Либо возьмем какие-то другие вещи, вот вообще смешно. Мы, когда рассматривали вопрос теневой занятости и людей, которые работают по серым схемам, в том числе, ну, пусть меня простят гастарбайтеры, значит, в разных регионах, и пытались нам сделать хорошие отчеты, приходим, стройка стоит, забор, никого не пускает охрана. Приходит участковый, мы говорим, ну, у тебя погоны, ты же власть, иди там, давай разберемся. Его не пускают. То есть мы дошли до такой степени, что даже капитана полиции сегодня не пускают на территорию стройки проверить, законно ли там люди работают, незаконно. Мы не говорим о безопасности, охране труда. Мы говорим о совершенно других вопросах. И если вот система контроля таким образом построена, а я не хочу вот никого бежать, но зачастую, вот этот капитан там, либо лейтенант, либо он не заинтересован туда входить, потому что он имеет некую мзду за то, что туда не ходит. И то же самое получилось с зимней вишней. То есть там, ну вообще мне смешно, я был в Кемерово, был в этой зимней вишне буквально, может быть, там недели за три до того, когда это все произошло. Это в центре города, это все знали, все видели. И никто никаких мер не предпринимал. Опять же, почему? Ну потому что, так сказать, другой интерес был. И поэтому это не показатель. А вот что касается вообще государства и реализации указов, вот понимаете, я... Может, у меня немножко извращенный ум, я анализирую вот эти все указы с другой точки зрения. Вот как простой шахтер и человек, я всегда говорю, вот и всем нам гражданам, дайте в руки поддержать результат. Неважно, в чем будут выражаться, там булки хлеба, в рубле зарплаты, там в стакане воды от вашей всей бурной деятельности чиновников. Если вы пишете все эти отчеты, бумаги, изучаете русский язык, там, склонение на там, направление, арифметику, математику, и человеку, гражданину нечего держать в руках, то тогда ничтожно все это. И когда мы переходим к другому вопросу, качеству жизни, то, собственно, я что и хочу услышать, что это такое, да, то, наверное, вот как раз этот результат, когда человек в руках ощущает, и каждый раз чуть-чуть больше, прилагая какие-то определенные усилия, то качество жизни повышается. Говорить, миллион много или мало зарплата, ну это все относительно. Кому-то 10 миллионов мало, кому-то и 100 тысяч хватит. Но важно другое, важно то, чтобы у человека, который сегодня, сказать, что-то делает, прилагает усилия, не просит никаких подачек, ни льгот, ни преференций, а сам пытается, чтобы у него прирастало. Никто ему не мешал, никто не убирал. Вот в этом случае качество жизни будет расти.